В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от «Единой России» Станислав Улитин и Андрей Яцишин приняли участие в церемонии награждения победителей открытых детских соревнований по плаванию. Первенство проходило на базе Центра развития физической культуры и спорта «Барвихинский». Помимо кубков, грамот и медалей, победителям соревнований вручили памятные подарки от местного отделения партии «Единая Россия».